в Google Play была распродажа. Там встретил какую-то игру. Так-то она 25 рублей что-то стоит, что это. А тут за бесплатно, ну, решил скачать, посмотрим. Не люблю я хорроры особо, если честно. Ну, мало ли, вдруг интересно будет. Звонит телефон или звонит, как правильно. Черт, кому не спится в такое время? Нужно было перед сном выключить этот чертов телефон. Да иду я, иду. Будь оно неладно. Ответить на телефонный звонок. Да? Как мне шагать? Как обычно, да? То есть я споткнулся об кровать. Ой, он где-то там. Че? Небоскребы. А? Красивенько. Вот. А где мобила? Здесь. Кухня. А значит, тоже не здесь. Это ванна. Сейчас еще туда дает. А где мы были? Я еще не вижу телефон. Нет, не здесь позвука. Что-то я совсем заблудился. А почему-то не вижу этот телефон. Что, совсем ослеп, что ли? Ну, кто ведь? Не ванная же. Нифига. Да ё-моё, чё за шутки? А, ну нормально. Я искал обычный телефон. Марк, да, я слушаю вас. Ну, неизвестно. Доброй ночи, я заранее прошу прощения за столь поздний звонок, но это очень важно. Да, дальше чё? Простите, вы кто? Конь в пальто. Это сейчас не важно. Если вам интересно, что случилось в больнице Святого Петра и кто такая Элис, проверьте свою почту. Я буду ждать вас. Ну и что? Ту-ту. А, это типа трубку бросил. Проверьте почту. И как я должен это сделать? Проверьте почту, никто не выслал. Никто выслал вам имейл. Так, а где у меня? Где у меня? Компьютер. Где у меня компьютер? Это в комнате, наверное, должен быть, да? Я так полагаю. Да, вон он. Почта. Incoming message. Марк, добрый день. Я долго не мог решиться написать вам, но так дальше продолжаться не может. Вы один из немногих, кто проявляет большой интерес к инциденту в больнице Святого Петра и некой девочке Элис. Из-за нее все и случилось. Я решил вам все рассказать,
Писать об этом в письме слишком опасно, поэтому могу предложить вам встретиться сегодня вновь в полночь в детском приюте Святой Марии. Там и берет свое начало эта страшная история. Не опаздывайте, у нас мало времени. Да. Взять карту. Камеру. Камеру. Где она? Вот она. Камера. Наверное, батарейка тоже. И что ты? Покинуть сначала. Сейчас обследуем, где тут что-то есть, кого интересно. Или ничего нет интересного. Ну, что, туда не пройти? Зашибись. А это чего это? Предыдущие части, типа, да? Видимо. Это же у меня сейчас четвертая часть чего-то там. Бэнк, блин, сенсат что-то поворачивается медленно. Чувствительность управления высокая. Эти данные товара. Вот, высокая. Как-то. Ну как это настроить-то? Ладно. А, во. Блин, это перебор. Это перебор. Средний. Ну, по-моему, это тоже перебор. Ну, ладно. Я не отражаюсь, вы в зеркале, я вампир. Так, ты где? Нет, по-моему, это теперь уже слишком чувствительно, походу, получилось. Тут если что-то есть, то нам туда нельзя. Выходим. Загрузка. В блокнот добавлены новые заметки. Заметки. Камера. Хорошо, что я захватил с собой камеру. Она поможет отснять все, что я вижу, и отыскать нужные мне вещи в ходе расследования. Ведь камера обладает свойством делать более заметными неприметные детали. К тому же, если вдруг здесь замешаны потусторонние силы, в свете объектива они себя обнаружат. Ну, не знаком с кто. Я до сих пор не верю, что решился на этот поступок. Приехать бог знает куда, да еще и ночью. Надеюсь, это не того стоит. Незнакомец говорил, что будет ждать меня в приюте. Нужно найти вход. Да? А где тут камера? Блин, а как выйти? Как выйти? А, да, все понятно. Блин, у меня батарея походу садиться будет. Это значит надо поэкономить. И сохраняться можно? Походу нельзя сохраняться. Да? Продолжить. Да, посмотрим, с какого момента начнется. Я же долго-то играть не люблю. Ладно. Ну, туда куда-то надо, да? Или что скажете? Ну, атмосферненько, да. Что ты скажешь?
Странный рисунок, нужно взять, может пригодиться. Help! Помогите! Взять? Я-то взял, конечно. Кто там? Это ли я, почтальон печки? Похоже, тут никого нет. И что дальше? Похоже, это таинственные незнакомцы, ключи нет. Нужно осмотреться, как может он во внутреннем дворе. Надеюсь, что это не чат-то слышу. Да. Так. Внутренний двор. Здесь они туда или не туда? Это что сейчас там было? Ух, у меня аж мурашки, похоже, побежались. Эх, не снять. Посмотреть надо. А где это все? Элис. А рисунки. Это что за рисунки? Рун. Кровь. Камера. У этого мужика тоже камера. Байк. Полетающий шкаф. Все равно. Какой-то звереныш здесь за мной наблюдает. За мной здесь кто-то наблюдает, надо его запалить. Или не получится его запалить. Походу нет. Блин, он где-то оттуда наблюдает. И что, меня тут убивать будут, да? А что я тут, собственно, должен делать? Как это все скрипит? Оба. Успешник, походу. Ключ. В окно добавлю новую запись. Скорее всего, во, ключ, что я нашел от входной двери в приют. А то, что вот это вот в мешке, походу, кирпичник, его вообще не колышет, да? Как понял. Ну, забавно. Главное, ключ нашел, остальное по букву. Ну, что-то там темно, страшненько. Да что? Это я как тут оказался? Ладно, пофиг, пойду-ка я лучше вдуматься. Ну и нафиг. Йоу, седьмой. Это что за чудо там вот стоит? Еще один собачка. Сейчас мне бежать, походу, по мне придется. Но... Ну, не знаю, побежал ты отсюда, а? Чего твоя бабушка? Блин, у кого вообще такая фантазия на все эти ужастики? Я так... Это ж какой извращенный разум должен быть. Блокнот добавлены новые записи. Сейчас
представляем, что за запись. Чертовщина. Да просто какая-то чертовщина. Я не могу в это поверить. Что за псины это были? Они не похожи на обычных собак, которые охраняют частные территории. Кожа вся в гной. И местами торчат... И местами торчат кости. Не нравится мне все это. Так, а что тут? Очевидно, что здесь уже давно никто не живет. Перекрытия стали дряхлыми. Пол вот-вот провалится. Да и зловонный запах плесени вперемешку с пылью не придумает. Не придают этому месту хоть какого-то уюта. Нужно присмотреться. Повнимательнее, может, найду что-нибудь важное для моего расследования. Я б на твоем месте уже давно бы свалил ко всем частям отсюда. Блин, я реально не люблю ужастики. Ладно. Надо немного это отвлечься. Потом что делать. Поиграем. Не люблю я таких.